В этом году зачем теперь будут следить надзорные органы? Первое. Какие постройки есть на участке? И сам земельный участок и постройки на нем являются предметом налогообложения. Поэтому то, какой участок у гражданина и какие постройки на нем имеются, прежде всего интересуются налоговые органы. Второе. Как используется садовый участок? Росреестр, который осуществляет земельный надзор, вправе проверить, использует ли садовод свой участок в принципе. За заброшенный участок владельцу грозит административный штраф до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Основание. Третье. Проверит, как соблюдается пожарная безопасность. И прежде всего, соблюдение противопожарных расстояний между строениями на участке, а также разведение костров. 4. Проверит, куда складируется мусор. Напомню, что правила противопожарной безопасности обязывают владельцев участков своевременно расчищать их от мусора. Поэтому пожарный инспектор по итогам проверки может выписать административный штраф за захламленный участок. В том году зачем теперь будут следить надзорные органы? Первое. Какие постройки есть на участке? И сам земельный участок и постройки на нем являются предметом налогообложения. Поэтому то, какой участок у гражданина и какие постройки на нем имеются, прежде всего интересуются налоговые органы. Второе. Как используется садовый участок? Росреестр, который осуществляет земельный надзор, вправе проверить, использует ли садовод свой участок в принципе. За заброшенный участок владельцу грозит административный штраф до 1,5% от кадастровой стоимости, но не менее 20 тысяч рублей. Основание. Третье. Проверит, как соблюдается пожарная безопасность. И прежде всего, соблюдение противопожарных расстояний между строениями на участке, а также разведение костров. 4. Проверит, куда складируется мусор. Напомню, что правила противопожарной безопасности обязывают владельцев участков своевременно расчищать их от мусора. Поэтому пожарный инспектор по итогам проверки может выписать административный штраф за захламленный участок.